Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Карина Играет, и добро пожаловать! И сегодня мы продолжим играть в Resident Evil 7 Biohazard, биологическая угроза. И сегодня, ну мы 100% точно ее доснимаем, говорю я каждый раз, ну ладно. Но сегодня точно -то уже должна быть последняя серия, потому что мы уже должны одолеть Эвелину. То есть у нас дохренище патрон, боеприпасов. Я бы еще взяла огнемет, конечно, на самом деле. Где он там? Огнемет бы я взяла, сорян за мой голос, я приболела. Поэтому бери что-нибудь горяченькое, вкусненькое, не болей, зима на улице. Я вот сделала себе кофеечку, еще сделала. Вот. Буду говорить немного в нос. Так что, ну, вообще, сорян. А у меня нету, да, наверное? Ни хрена. А, зарядов-то у меня нету ни хрена. То есть, ну, на всякий случай я его возьму, как бы. Пока пошли с пистолетом. Пока пошли с пистолетом, я взяла еще какой-то пистолет навороченный. Нам нужно одолеть эту Эвелину. Пошли одолевать ее. Смотрим, соответственно. Опа. По всем углам. А, кстати, ну топливо для горелки у меня есть. Горелка и топливо для нее дохрена. Возможно, стоит взять все-таки эту. Горелочку. Да, лучше взять горелочку, потому что, ну, раз топлива до хрена, надо использовать еще. Больше никаких трав не валяется, ничего не валяется, все. Ну, значит, пойдем одолевать эту сучку, как и там в прошлый раз. А вот это имба. Только с чем мне это применить-то? Ну ладно, чем-нибудь найдем и применим. Ну, ё-моё. Надо, знаете, что сделать? Горелку зарядить. Все, смотри, заряжаем горелку. А, сука, все равно 100 штук еще осталось. Чё убрать? Вот здесь миллион патронов. Так понимаю, для дробовика очень много патрон, да, просто тоже миллионище. Блин, ну сильно эпоксид оставлять, как бы. Такое себе. Сложу-ка я это все. У меня нету травы, да? Да, у меня нету травы, поэтому я буду все складывать вот сюда. Ну, конечно, вот так вот не набегаешься туда-сюда. Ладно. Ох ты ж, твою мать, ну здравствуй. Это какой? Мне уже насрать на вас, веришь, нет? У меня дохренище патрон. Кстати... эти патроны вроде посильнее будут. Какая-нибудь травишка, наверное, будет валяться где-нибудь, да? Ой, ты что? Встань! Встань от меня! Чего вас так много-то? Хорошие патроны. Четкие. Хорошие патроны. С двух патрон, с трех выносится. Другали, ни хрена себе. Встает. Посмотри, ну вас сколько здесь по округе-то? Вон. Придется на обычный переключиться. Опа! Хорош.
Так, ну, этих мы одолеем. По-любому нормально. Надо походить в округе, поискать все тщательно. Смотри-ка, освободился слот целый. Сразу же. Два сильных эпоксида. Да куда мне столько всего-то? Так, ножом. Сильная аптечка. Вот это мне надо. Мою дивизию. Вот это мне все надо. Патроны для пулемета. Блин, ну... Выкину патроны для горелки. Может, я неправильно делаю? Где сильная аптечка-то? Ага. Но аптечка мне... Ну, по-любому будет нужна. Блять, трава. Нахрен я вот это взяла? Кто-нибудь скажет мне? Да блин, не так я хочу. Что ты такое? У тебя всего лишь один патрон. У тебя было до хренища патрон. Что это за суперкольт, который я не знаю? Для обычных пистолетов, для пулемета. А нельзя это слепить с этим? Почему? Почему нельзя все в один слот вот так вот копить? Да что за бред? Ну придется без травы, а что делать? Что, собственно, делать-то? А ни хрена, ну ладно, поехали одолевать эту сучку Велину. Ну как бы типа. Без вариантов. Я бы эту траву бы сейчас схавала, конечно. У меня есть сильная аптечка, поэтому мне насрать. Я куда иду-то? Опять к истокам дома или что? Тревожная музыка. Это что за место-то такое? Соляная шахта? Ни хрена себе. Это все соль, да? Вкусно? Ну да, здравствуйте. Что-то освобождает. Слот освободился. Ну ты посмотри на него. Ладно. Сейчас быстро с такими другальками мы слоты-то освободим. Я думаю. Ну, естественно, такое мы быстро освободим. Ах ты, эти ваши соляные. Здесь есть типа лифт, а есть типа вариант идти дальше. Чё началось? А чё у вас много-то так, алё? Я дробовик не хочу тратить. Дробовик для жирненьких друзей. Ну или для Эвелиночки самой. Ты отстань от меня, слышишь? Ты без ГБУ умер неделю, блядь. Все. Так, мы сейчас быстро сваты-то поосвобождаем, что делать. Так, я взяла пистолет и, скорее всего, для пулемета же опять. Травка. Отлично. Все, две аптечки, то есть. Станет совсем хреново. Станет совсем хреново. Как хорошо, что я заметил сейчас бы наивну. Наивну.
Я же говорю, ну уж если совсем хреново, мы сюда не зайдем. О, аптечечки помогут. Эти звуки пугающие, резидентские. Какая-то тройная развилка. Что за хрень? Может, тут что валяет? Естественно. Не, я возьму-ка дробовичок. Ну нахрен. Так, ну хотя бы два слота свободны у меня. Так, и куда в итоге идти-то? А, это тупо эти. Фарм наш, фарм. Ебать, это откуда? Встаньте. Шип, прыгай. Твою мать. Я успела, но не похуй. Швыряется пугаться. Я разощищаюсь, мне похуй. Да блять, попадай. Пока еще нормально. Пока еще живем со здоровьем. Пока еще живем. Да, блядь, чё сзади-то вы все, а? А как честные люди-то спереди никак? Я буду прыгать, защищаться! Пошли нахуй! Отпусти, пожалуйста. Что они еще такие быстрые-то, блядь? Идите вы нахуй, блядь. Ругали, товарищи. Вот так вот проще мне целиться. Я тебя поугибала разнесла, алё. В смысле не сработало? В смысле ты встал, блядь? Это дробовик! Надо проверить, на что способна эта ебанина-то. Раз такие дела пошли-то. Покажу. Вот же бред какой, а? Мы уже по шахтам бродили в резиденте, по-моему, да, в пятом резике. Также по шахтам каким-то бродишь. У меня два патрона. Два патрона на точный выстрел. Сейчас где-нибудь сзади вылезут, блядь. Сохранение прошу, смотри-ка. И чё, мне два таких шикарных патрона придется потратить, хотите сказать? Это ж пулемет еще есть, ё-моё, как расходник. Так, ну и как мне тут ходить, по сути дела? Опять патроны для пулемета дали. Я похожу с этим говном, как бы.
ладно. А тут дверь. Твою мать, серьезно? Ну, тут уж придется аптечку, скорее всего, использовать. Да. Лей. Так. Одна аптечка. А ни одной-то и не осталось ни хрена. Ну, это пиздец все. О! О! Воу, воу, воу! А вот это хорошо. Все шикардос. Это что? Отправлено пятница, 16 января 2015 года, 00:42 ночи. Сейчас, секунду. Ребята, благодаря вам меня уже неделя как не беспокоит странные мысли. Теперь все нормально. А она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая, как дитя. Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытно. Это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость? Результат, мягко говоря, хреновый. Отправлено так. 4 ноября в 2:10 ночи. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной. Пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается. Думает, Мия ее мамочка. В общем, хреновое у вас получилось биологическое оружие. Так, 1:10 ночи, 1 сентября. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все это уже порядком достало. Ведь именно мне приходится подчинять дерьмо, почищать дерьмо, которое когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой, и волосы седеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Биологическое оружие так быстро стареет, хотите сказать? А еще что-нибудь валяется там, эпоксидочка. Ладно. Ни хрена себе, это целая лаборатория. В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерий, обитающей в объектах серии Е. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е, далее именуемая как плесень. Первоначальное заражение – плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги, а ему давалось за считанные минуты приживить ампутированные конечности обратно. Промежуточная стадия, когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он попадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью теряет свое «я». Последняя стадия. После того, как плесень распространится на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся от случая к случаю. Но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Сдержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Ага. Ну, понятно, это описывается стадии заражения. Все это типа очень жестко. 10 минут после введения дозы смерти. А это они над ней-то? 12 минут после введения дозы кальцификация клеток. Некротоксин Е. Испытание для подбора дозы серии Е. 5 минут после введения дозы рвота. Ебанутые, блядь. Над людьми проводят эксперименты. Это что?
вакцина. Некротоксин Е разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е. Использовать только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать. Для этого поместите в контейнер с нейротоксином образец клеток серии Е. А у меня нет его. Где я тебя возьму? Надо ее сначала, получается, убить. Ох, сколько читать-то много, секунду. Данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы РТПСП. Экспериментальная разработка типа «Тактическое преимущество следующего поколения» в сотрудничестве с организацией HCF. Основной целью было создание биооружия для массового уничтожения врага без прямого контакта. Впоследствии инициатива РТПСП была свергнута, а все наработки были переданы в данный проект. Отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в союзника, преображение враждебных элементов в добровольных помощников. Таким образом, снижаются не только расходы на содержание военнопленных, но и на само проведение боя. Неудивительно, что такие организации, как ПИ и даже ПИ-ПИ, стремятся принять в этих разработках участие. Данный проект не состоялся бы без открытия в ПИ-ПИ чрезвычайно развитого грибка замирающей эволюции. Чаще всего для него используется термин мутагриб. А замещающая эволюция, замерзающий так. Приоритетным методом производства было добавление генома мутагриба к человеческому эмбриону накануне перехода к стадии 4 и культивации контролируемой среды в период от 38 до 40 недель. Полученные организмы в дальнейшем обозначались как потенциально подходящие особи. Они ранжированы по степени полезности от неудачных и бесполезных результатов. Серия А-Д до безупречной серии Е. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, а именно 10-летняя девочка. Такой выбор облегчает смещение с городской популяцией или беженцами. А смешение. Первая особь серии Е по имени Эвелина обладает способностью выделять мутагриб Пи из своей ткани по собственной воле. Необходимо также отметить, что мутагриб Эвелины обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина. О механизме данного контроля со стороны Эвелины нам еще много предстоит узнать. Однако уже существует рабочая теория о том, что вектор действия подобен самоиндуктивным феромонам, используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями псевдомонадами. Что за слова такие? Эвелина достигает контроля в нескольких раздельных этапах, первым из которых является галлюцинации. Почти незамедлительно после заражения субъекта начинает посещать видение Эвелины, хотя на самом деле ее рядом нет. Слышится ее голос, неслышный для окружающих. Расспросы субъектов, находящихся на ранних стадиях заражения, показали, что первое время фантом Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи. Однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. Психический шок, испытываемый субъектами от совершенного, позволяет Эвелине обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку. До времени достижения полного ментального контроля мутагрибковая инфекция поражает все клетки организма и тела Пи. Ну, пиздец, что могу сказать. То есть мы сюда еще вернемся, получается. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин «организмы» не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие из бесконечного мицелия. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшей намеке на угрозу. Свойственная этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это название созвучно слову «боевики». Есть в этом наименовании некая выдумка.
хуйня какая-то. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, получаемая путем ПИ-образцов ткани Эвелины. Применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальсификации мицелия. Однако в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мал, основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов, нежели их исцеление. При исследовании свойств сыворотки мы обнаружили, что подвергание ее влиянию ПИ усиливает эффект до крайней степени. Таким образом, был открыт состав, который мы теперь знаем под названием некротоксин Е, ПИ даже в малых дозах. Пиздец тебе, даже в малых дозах. Крайне любопытно было наблюдать в поведении Эвелины такое явление, как ее одержимость идеей семьи. Во время эксперимента было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь к ней как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? С одной стороны, это кажется случайным выбором. Возможно, она инстинктивно осознает, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Короче, это пиздец, конечно, товарищ. Но мы идем дальше, блядь. Сколько писанин-то? Сейф-рум. Резко так наметилось. Ты посмотри, для гранатомета нашлись эти. Значит, я тебя убираю. Беру свой гранатомет. Где мой гранатомет-то? Вот он. Все нормально. Главное не пульнуть этот гранатомет, сохраняемся. Не пульнуть нахрен этим гранатометом. Что за нервно-паралитический боеприпас? Это тоже гранатомет. Так, ну что, погнали? Здесь закрыто. Что дальше-то делать? Что я тебе туда положу? На. Образец клеток серии Е. Ну. Принесите некротоксин Е в шахту. Это мне назад идти, что ли? Что за бред, блядь? Ну это мне вон туда надо как-то попасть. Как я туда попаду-то? Как я туда попаду, я не понимаю, почему та дверь не открывается. Что с этой-то дверью? Не знаю, блин. Как мне попасть-то к ней теперь? Велить назад. Вот же образец, вон грибы эти. Бери любой из образцов и фигачь, да, казалось бы. Проход как-то открылся или что? Или он там пролезть между балок можно тупо? Да не, ни хрена так нельзя. Значит, там, где я откатила тележку, где-то дальше можно пройти? Дробовик не хочет тратить вообще.
Здесь не пройти. Получается, мне реально надо пилить назад прям. Вы серьезно? То есть мне нужно через всю эту ебаную шахту пилить назад? Вот это что такое? По звукам правильно. Нет, это мы чисто тупо назад возвращаемся. Тут никак ничего пройти нельзя, да? Блядь. Что за задания такие? 500 километров наворачивай кругов ради того, чтобы крохнуть эту сучку? Принести ее образец обратно в шахту пилить. Здесь выбори дятина, на самом деле. А он у меня не идет назад. Он у меня назад не прыгает. Все, я назад не спрыгну никак. А что мне делать? Я теперь вообще этих приколов не пойму. Я где-то пропустила какой-то ключ. По полочкам внимательно пошарить. Ну вон, типа, вон эмбрион. Я тогда ни хрена не понимаю. Бойся, блядь. Но не открывается мне тут. Блин, вы такие чудные, конечно, ребятки. Оторвет от него кусочек, туда закинь. Бредки какие-то. Короче, секунду, я не знаю просто, что делать. Серьезно, я в тупик впала, все. Ты прикинь, оказывается, вот эта непонятная бутылочка, помнишь, мы в корабле с Мией бегали? Ее надо вставить было. Вот я только что вставила, и тут же вот получила нейротоксин. Некротоксин этот. Все. То есть, почему меня никуда, никуда не пускала? А потому что вот так вот. Так, а ну-ка заряжу-ка я сразу гранатометик. Сначала сразу этим. А теперь пока что уберу. Или не, пока не буду убирать. Похожу пока вообще с этим, с пулеметом, типа, что его используют? Патрон-то дохерища. Теперь это открыто, да? Естественно, теперь это открыто.
ничего не надо открывать. Ну все, теперь получается, дальше идем по с... О! Улучшенные пистолетные патроны. Нам такое надо, давай, да. Улучшенная пистолетка нам нужна. Что, какой-то миссия будет или что? О, эпоксидочка, это мы нам надо. Хорош, так. Так, ну и что нас там ждет? Поет, блин. Чё ты там поешь? Я иду давать тебе батиных пиздюлей. Ну чё ты заткнулась? Здорово. Сдохни. Схуяли, я должна сдохнуть. Не бежать, наверное, нужно, да? Блять! Наверное. Ой, ёбка, блядь. Шо в жопу. Можно же убежать, наверное, да? Пусть с ними сражаться-то. Ну ты ебать тварь. Ебать ты тварь. Отстань. Отстаньте. Отстань. Да отстань ты, господи, где живущее сосущее существо. Я бегу, мне похуй. Я бегу, блядь, я тут не бегу. Да отстань ты, блядь. Да, блядь, уйди. Блядь, иди нахуй, а, пожалуйста. Ну, естественно, хотела по-быстрому пробежать. А хотела вот так раз и шмыгнуть мимо них. Ну ладно. Да со всеми сражаться ебанешься, никаких патронов не останется. Блять! Лучше не скажешь. Ну что, можно пробежать, я так пробегу. Не забывать про аптечки. Раз. Иди нахуй, два. Ебать, гамон. Иди в жопу. Что у вас так много? Где мы? Пиздец вам. Тебе пиздец. Пулемет, ёбаный рот. Стегуйте голову, голову тебе разъебу, блин. Ну, ну уж это. Патроны эти экономить. Уж сражаемся, так сражаемся. Свидание. Еще паниковать что-то. Пошли в жопу. У меня даже трава есть. Мне похуй вообще. Давай, выходи туда. Ты тебе ебало снесу сейчас. Блядь, он еще ебнет. Типа сильный друган, да? До свидания, блядь. Сильная здесь только я, поэтому пошли нахуй. Уже два слота свободны, хорошие. Здоровье нормально. Так, а мне куда, собственно говоря? Налево.
пошли дальше. Смешной, блядь. Мне очень-то разъебу, как мне это делать. Не шея они, как бы, это... Проблемки с ними. Ну, они вон валяются, как семечки. Я не хочу тратить дробовик, я дробовик хочу не самое сложное. Тебе. Знаешь такое выражение? Я знаю. Смотри, патроны как улетели, просто пизде. Ой. Ебать, он не ухибал. Что в том закутке было тогда? Ну ясно, вам лучше была бы трава там. Эпоксидка, я не знаю, потому что трава у меня есть. Эпоксидки нет. Пистолетных патронов нет. У меня уже нету нихуя, по сути дела. Все патроны разъебали. Надо же так проебать все патроны. Фонарика, ничего, патрон нету. А чё патрон-то не дали, жадные какие? Что такое? Нахуй это сделали, а? Ебать, ты кто, нахуй такой? Вы кто, блядь? Где? Вот тут, вот, извиняюсь, дропалюшка. Дробовик мне нужен! Пизда мне! Пизда мне! Нет! Это же охуеть, что за ребята-то такие, алё! Так. Дробовичок готовим заранее, да. Аптечек у меня нету. Соответственно. Теперь есть. Ну, погнали, мать вашу. Давай, подходи. Это как тут пузатый такой. Да, блять, он быстро бьет. Мне нельзя спускаться, что ли? Я повыше залезу. Вы чё, сука, да вы чё такие лютые-то нахуй? Быстрые, лютые. Блядь, бьются же. Жирный пиздец. Быстрее заряжай, заряжай. Бежим. Да нахрена? Твою мать, зачем? Да зачем ты, блядь, аптечку потратил? Все, сдохни сам, ты, блядь. Ты дебил, блядь, и я не знаю, что с тобой делать. Что надо, блядь, делать с таким цепилом, блядь? Это жирное сначала валить. Так, раз, жирный есть. Он застрял. Есть, это... Вероятность проверить магну. Серьезно? Хорош! Магнум неплох. Магнум весьма неплох.
Я надеюсь, где-то будет валяться эпоксидка. Хорош. Сейчас я сделаю себе аптечку. И заезжаю ее, получается. А что делать? А что делать-то? А ничего не делать. И дурак, сам чуть не сдох. Сильная аптечка, хорош. Гильза для дробовика, хорош. Ну чё? Дробовик, хорош. В принципе... Нормально, нормально, неплохой обмен. Хотя могло бы быть лучше, конечно, ну ладно. Гранатомет я бы не стала в любом случае на него использовать. Ничего не валяется. Ну, я уже чую, что вот он, финальный босс, вот прям на подходе. Потому что этих щедро сыпят, как не в себя, блядь. Просто как не в себя насыпают этих мобов, блядь, ебанутых. Погнали. Сейчас какой-нибудь скример напугает нас еще. Карта шахты, наконец-то, блядь. А, что у нас там по карте? Заброшенная шахта. Идем дальше, получается. Выше ток трясина. Ну, соответственно, сохраняемся. Все. То есть дальше будет босс, да? Я так понимаю, что лучше я пока гоняюсь с этим. Но гранатомет имею в виду. Бабуля встала. А бабуля где? Встала и ушла, что ли, хотите сказать мне? Бабуля-то, алё. Что с бабулей сделаю? Ты, сука, а я помню, что вас надо пиздить. Я уверена. Блядь. Её больше нет. Она исчезла. Исчезла. За хрен. Глюканы от Мии. А, она ж тут жила, да-да. Это ж мы в начале игры, по-моему, сюда ворвались, да? Да-да. Е-001. Бабуля? Серьезно, бабуля самое главное? Не, ну она, конечно, очень пафосно сидит в своем кресле. Такая прям бэдбич, но... Это бабуля все нахуярила? Бабуля, ты чё, я тебе верила? Я ж ей верила, я хотела ей помочь. Помочь избавить от дебильной семейки, например. А бабуля, ты не так проста, оказывается, нихуя себе. Так вот, чутка сделаю его нормально. Бабуля, ты не так проста, как показалось-то на первый взгляд. Чё, позвоним бабуле? Алло, бабуля. Ну, нихуя нам телефон не даст. Хотя телефон рабочий. Позвони ты в МЧС в 112. Позвони, скажи, блядь, я в говне, бабка все замутила. Я не виноват. Оставь меня. Блядь, эти флешбеки меня пугают. Вот она, сучка. Это все из-за тебя! Почему я это вижу? А потому что заражен этим мутамига хуйню вот этой вот.
же еще внизу что-то есть. Ну да, есть. Я, в принципе, куда-то же иду. О, унитаз. Обязательно там что-то лежит. Помыться надо там. К Эвелине же идем все-таки. Отстань, я осматриваю дом. Тут предохранителя не хватает. Я тебе сказать предохранитель? Что нахрен? Все время что-то ищешь, находишь. Нихуя толку. Итан, спокойно, это я. Я знаю, ты это не нарочно. Убей его, мамочка. Но все равно не стоило. Пиздец, как больно. Он не хочет быть папочкой? Тогда пусть сдохнет. Ты чё, сука, охуела? Сама сдохни. Теперь очередь мамочки тебя убивать. То есть это все уже наши глюки поплыли, мы, короче говоря, приплыли, так сказать. Картина маслом. Мне куда? Наверх или куда? Не понимаю, схожу наверх. А не, все правильно, я иду-то. Блять, своя тень пугает больше, чем все остальное. Я правильно хоть иду-то, я не могу понять. Не сюда. Итан, помоги! Да иду, я иду, подожди, ты жестоко. Ты же откинула копыта в прошлый раз. О, лестница. Как я тебе помогу-то? Встань! А это, блядь, глюки? Уходи домой! Блядь, я только зря патроны, можно сказать, потратила, да? Ебать, ты мне глюканов подсыпаешь, слышь? Сучка маленькая. Смешной, блядь. Сюда подошла. Ты станешь одним из нас. Может, тогда начнешь играть по-честному? Игры кончились. Нет! Убери это от меня! Блять, мне Мия опять хуярит, прикинь. Все должно быть уничтожено. Куда мне идти-то? Черный ход. Ты поймешь, что так все запутано-то, блядь. Что за глюки-то ёбнутые какие-то? Хочу причинять тебе вред.
Я не понимаю. А, вот ты где. Уходи! Пизда приснилась? Ебать! Пиздец тебе! Да блять, да встань ты, ёб твою мать! Не подходи! Как быстро? Ей надо подойти, что ли? Мне надо подобраться. Нет, не надо! Подберись к ней, поближе, ближе, ближе, ближе. Нет! Да. Нет, нет, нет! До свидания, ёпта. До свидания, нахуй. До свидания, блядь, всякие девочки, хуевочки. Ты? Бабуля, блядь, я в тебе разочарована, нахуй. Почему все меня ненавидят? Бабуля, блядь, я тебя любила, бабушка. Прощай. Больно! 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 Бабуля, ебать, ты проклят! Фантомас. Буду все прокляты. Происходит. А бабка-то не так проста. Да и в глазах хуярит. Остановись! Да, иди нахуй, бабуля. Уходи! Да куда было, куда, бабка? Черт! Это проигрыш? А как мне? Подожди. А скипнуть ты можно? Скипнуть хочу. Я ненавидят. Скипнуть хочу, алло. Прощай. Блять, я не поняла, мне что, надо куда-то было шмануть? Больно! 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 Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Куда бежать, блять? Ah!
нормально, ты шо как сцена какая-то. Хорош. Значит, все не так хуёво. Все нормально, зато я думаю, что за хуйня она меня сожрала. У меня еще дробовик остался, подожди. Вот, ну чё, МЧС правильно вызвать надо было давно, блядь. Бабка... Я раздавлю тебя! Бабуля, идёшь там? Ты просто малявка! Иди нахрен, бабка. Не могу встать? Как мне уворачиваться от него? Блять, бабуля, ты так охуела, что ли, алло? Как от сцены, да? Да всяко нажимаю. Встань, бабка. Типа, ты сучка. Дай я бью ей в глаз. Пошел нахер. Я Титан, как ты больно ты падаешь все время. Сейчас бы гранатометик тут спиздить. Стреляй! Сейчас стрельну, ёпты. Игры кончились. Бабка. Где ты, блядь? Ебал у тебя, блядь. Не нравится тебе, бабуля? Все? А че это, типа, такой легкий бой на самом деле? Я почему-то думала, что будет как бы сложнее. И все? Блять, вот во всем виновата бабуля, а я ведь ее жалела. Хотела спасти от ее ебанутой семейки, она видишь как сама. Вот так, бабуля, вот ты и поплатилась за свой зло. Заебись, вы такие там стояли с вертолетиков, смотрели, стреляй, говорит. Помочь не могли, да? Побоем. Я Редфилд. Рад, что мы нашли тебя. Крис, здорово. Ой, в восьмом резике... так долго, ребята. В восьмом резике он такой постаревший, получается. Там хуй, вот еще времени, что ли, прошло, или что? Поскорей бы разделаться с этой работой, няньки. И вернуться к любимому мужу. Ага, вернулась. Я скучаю. О, мне надо работать. Люблю тебя, Итан. И очень скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Пока, милый. Пока, блядь. Прощай. Итана мне жалко. Итана мне реально жалко. Ну вот просто как человека. Чувак просто вообще не в курсах с самого начала был, что за хуйней занимается его жена. А вот говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь. И не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и Бейкеры тоже. Это из-за той твари, Эвелины, они такими стали. Но Эвелина мертва. А эти ребята явились прибраться. Я только-только смирился с уходом Мии. А теперь снова ее потерял. И теперь единственная видимая дверь... закрыта.
Так, это кого везут? Меня везут на экспериментики? На-на-на-на-на. Музычка пошла. Поши на каниши, директор. Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Это просто касцена или что это? Это можно скипнуть? Это даже скипнуть нельзя. А, ну, окей, давай посмотрим, может, что в конце. Еще одна катсценка будет, типа, Итан дома, Итан, типа, такой, с кружечкой, там, что-нибудь вкусного, такой, оп. Мия, 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 тан-тарам-там, Ричард Пирси, дальше будет что-нибудь. Тамафуми, что-то там. Тамашира Шингу. Холи Библи. Библия. Бубля. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ё, чё, страшные эти кадры. Тупо жуткая. Тарарарам. Та, Хаджим, Харьюджи. Вон там. Кисуки Ямакава. Или как его там? Таракан. Тараканы везде. Тараканы везде. Ташияка там. Бабуля виновата во всем, охренеть. Бабуля виновата во всем. Давай быстрее, чтобы как это скинуть. И укачали, как это скинуть. Можно, пожалуйста, музыка, массажи. Ну, блин, ну все, каре, эту музыку, ну. Так, минус одно биологическое оружие. Извиняюсь за свое пение, блядь, ну музычка, конечно. А, так, ну-ка я сейчас вот так вот сделаю, если в конце будет какой-нибудь субтитр, я тебе скажу. Сцена пошла, кажись, в конце. Разблокировано оружие Альберт. Чё, катсцена вроде как было. Была же катсцена, или катсцена состоит в том, что вибрирует телефон, типа звонок идет. Ну ладно, типа хорошо. Ребята, вот мы и прошли, наконец-таки, 7-й Resident Evil. Ну, блин, что я могу сказать? Игра-то классная. Вот в начале вообще огонь. Первая половина игры реально крутая. Там даже есть моменты, где можно обосраться. А вот под конец уже, если честно, пошло такое себе. То есть, ну, уже не так страшно, короче говоря. Да, эффектно, да, круто. Под конец вообще голимое шутанище пошел. Просто мы херачили их всех. Просто херачили. Ну, а в целом, мне нравится. Мне нравится. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал. На канал на Твиче, на канал Вас.ТВ, а также на мое сообщество ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Ребята, также хочу вам порекомендовать канал моей подруги BirdCherry3, где она снимает топовые нарезки с моих видосов и стримов. Получается очень смешно и круто под прикольную музыку. И также загляните на канал ValerichPlay, ссылочка также в описании, потому что этот парень реально делает годный контент по GTA 5 RP проектам. И если ты фанат GTA 5 RP проектов, то этот канал 100% тебя зацепит. Переходи по ссылочкам в описании и подписывайся на двух моих друганов. Ну а с вами была я. Вы были на канале Карина Играет. Всем до новых встреч, ребята. Спасибо, что были со мной. Всем пока.